запись. Бахнем на запись. Радке, спасибо большое за донат. Как там? Популярный монстр. Рыбчага, что ли? I wake up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody. Ну вообще, судя по его чачелу, сейчас будет. Все равно, то есть как бы рыбчага, но которая закончится чем-то таким. А, ну. Ага. Ну еще эти кузнечики должны были быть, типа. Модная. А они и есть. Короче, они придумали, как нам музло 2007 года продать снова. Круто насчет трека с оркестром, то есть я, честно, вообще в плане игры по нотам или игры таких сложных произведений мне было бы лень, я бы пожег. Я больше по вот чему такому примитивному. Ну, все-таки это оказалось, но боже, мое предсказание сбылось. А, ну так чуть-чуть. Это как, знаете, щеболечка брейкдауна. Ну, типа, и там ногами вот так поебесить надо теперь. О! Ой! Ну ничего на самом деле, чё? Ну нет, это не слеп... Ну, всё, что ты перечислил, это такое... Уже можно сказать классика. А это такое, типа, они на современный лад добавились кузнецов там каких-то. Больше 2007-го чё-то. Нет. Вот ничего из этого. Это какие-нибудь, знаешь, типа, куда-то в направлении... Может, даже какого-нибудь там... Ну, типа куда-то как My Chemical Romance какой-нибудь, да? Но плюс... ну, как это? Металкор или что это как-то называется, да? Пост-хардкор какой-то, да, такой. И кузнечики. И, ну, то есть, чуть-чуть того, чуть-чуть всего понемногу, и в итоге, в принципе, ну... Может зайти кому-то. Ну, я просто не особо фанат такой именно музыки, но... Ну вот, не знаю, посмотрел. Спасибо за донат.